Я вам говорю, пункт 8 и пункт 11. Ну, пункт 11 – это условия досрочного расторжения. А пункт 8 как раз предписывает вам в течение 5 лет застроить эту земельную делянку. А она уже широкая. Это не я, это камера, она снимает. Я не можете повернуться, я журналист, я имею право. У вас договор 2009 года. Пунктом 8 вам четко оговорено, что вы в течение 8 лет должны застроить, в течение 5 лет должны застроить этот участок. Закончить стройку, сдать объект. Все. А все. А почему договор аренды 10? А договор аренды 10, да. Но он уже подальше по эксплуатации. Почему? Вопрос. Я еще раз говорю, вы все условия договора выполнили? Вы говорите, не в курсе. Я вам говорю, какой пункт вы нарушили. На основании этого есть у городской власти есть основания расторгнуть досрочно этот договор. Пожалуйста, это ваше право. Да. Владельцы предыдущие. Мы этим правом уже воспользовались. Мы подали городской власти. Поэтому у них это у кого? Компания предыдущих владельцев. Так вы говорите владелец или вы не владелец? Вы директор стройки или как? То есть вы купили, уже перекупили на вторичном рынке непонятные документы, непонятные. Почему непонятные? А непонятные какие? Договор. Скажем так, тогда это ваши риски, если вы купили договор уже с такими. Это вас удовлетворяет? Я ответил на ваш вопрос? Да. Я думал, что вы как раз собственник изначально. А вы, оказывается, случайно появились здесь. Понятно. Не случайно. Если вложение средств, выкуп и все остальное. Скажите, пожалуйста. Договор аренды, бюджет. Можно еще вопрос задать? Да, пожалуйста. Тогда, если вы не собственник, в каком году или когда вы появились, как.